когда хочется развлечься, мы погружаемся в виртуальный мир. Но проходит первая эйфория, и ее место занимает тягостная депрессия. Виртуальный мир зажимает в тиски зависимости, не оставляя сил для сопротивления. И в это самое время все самое ужасное и отвратительное, что есть в нем, вырывается наружу и поглощает наш разум. Это становится манией, которая прочно сидит в голове. И чтобы от нее избавиться, нужно очень сильно постараться. Мы знакомим вас с худшими проявлениями цифровой вселенной. В эфире страшно интересная десятка самых очаровательных злодеев виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня вы познакомитесь с 10 противоречивыми антигероями. Они вызывают и антипатию, и симпатию одновременно. Прямо сейчас обратим взоры на 10 самых обаятельных мерзавцев по ту сторону экрана. Эти очаровательные агрессоры однажды уже захватили мир Реймана, насаждая свои безумные порядки. Но теперь перед армией этих ушастых монстров была поставлена куда более страшная и пугающая своими масштабами и последствиями задача – захватить всю Землю. Над человечеством нависла смертельная угроза. Ведь в случае захвата мира инопланетными уродцами, цивилизация людей была бы обречена. Сумасшедшие порядки захватчиков были несовместимы с жизнью общества. Безумство агрессоров не знало границ. Коварство не вписывалось ни в какие рамки. Единственной надеждой человечества стал Рейман, вставший на защиту нашей родной планеты от бешеных кроликов. Безбашенные ушастые из Rayman Raven Rabbids буквально запрыгнули на подножку поезда, везущего 10 самых очаровательных злодеев виртуального мира. Самый опасный из роботов-трансформеров, когда-либо существовавших в нашей галактике. Несколько сотен лет он провел на Земле, закованный в вечные льды. Но однажды, освобожденный от холодных пут, он обрушил свою ярость на планету людей. Все, чего желал Мегатрон, это уничтожить своих заклятых врагов, автоботов, и завладеть всей Вселенной. В бою он был страшен, мгновенно превращался в межзвездный истребитель и открывал смертоносный огонь из всех орудий.
Мегатрон был прирожденным лидером. Его подданные десептиконы были готовы на все, чтобы верно служить своему господину. Даже многие люди, чувствуя его могущество, признавали этого робота своим вождем и становились под знамена Десептикон. Мощный и целеустремленный, кумир многих детей Мегатрон из Трансформеров, безраздельно властвует на 9-м месте нашего хит-парада. Древняя Греция была залита кровью непрерывных войн. Боги играючи стравливали друг с другом целые народы, а те беспощадно истребляли друг друга и пировали на останках врагов. То было время великих людей. Спартанский генерал Кратос, теряя в войне свое войско, решился продать душу богу войны Аресу. За победу своей армии Кратос оказался рабом Ареса и стал самым кровавым убийцей античных времен. Однажды, в пылу сражения, Кратос убил собственную жену и любимого сына. Несмотря на свой почти божественный статус сеятеля хаоса, Кратос не чурался и земных наслаждений. Этот видный малый пользовался отменным успехом у древнегреческих красавиц. Обольстить двоих за раз ему не составляло никакого труда. С руками по локоть в крови, но с благородной душой этот спартанец из God of War забирается на 8-е место нашего списка. Прервемся на пару минут, чтобы вскоре вернуться с новыми темными, но очаровательными личностями виртуального мира. Оставайтесь с нами. Виртуальный мир лишь на первый взгляд кажется безобидным и дружелюбным. А второго взгляда уже может и не быть. В эфире страшно интересная десятка самых очаровательных злодеев виртуального мира. Эндрю Райан воплотил свою мечту в 1946 году, построив Восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Так он говорил о своем детище. Откуда ему было знать, что это место через несколько лет преобразится в отражение кошмара, пристанище омерзительных мутантов, уродливое зазеркалье человеческого бытия? Бедняга Эндрю не мог даже предположить, что его самые добрые, преисполненные гуманизма намерения, обернутся преступлением против человечества. В конце жизни Райан понял, что мысль создания Восторга была настолько великолепна, насколько же утопична. Но было слишком поздно. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Амбициозность и гениальность вкупе с гуманизмом помогли Эндрю Райану занять 7-е место в нашем хит-параде виртуальных очаровательных злодеев.
Этот безбашенный пират наделал немало шума. Захват кораблей, убийство моряков, дуэли на сабле. Послужной список Джека Воробья впечатляет. Его безумная внешность была под стать его экстравагантному поведению. Дурацкая красная бандана подвязывала голову, покрытую дредоподобными волосами. Глаза всегда были густо насурмлены. Во рту блестел золотой зуб. Из-за одной этой внешности, непохожести на своих сородичей, рука не поднималась поставить его в один ряд с отъявленными головорезами. Джек! А если прибавить сюда демонстрируемое временами Джеком благородство, то можно смело повесить на Воробья ярлык положительного персонажа. Но, увы, он оставался пиратом. Человечность этого мерзавца позволила главному герою пиратов Карибского моря разместиться на 6-й строчке списка самых обаятельных злодеев виртуального мира. G-Man. Этот с виду благовидный мужчина имеет самое непосредственное отношение к страшнейшим событиям, происходящим на Земле. Именно он знал всю правду о катастрофическом эксперименте в Черной Мессе, о проникновении в наш мир чудовищ из параллельного мира Зен и о предательстве нашей планеты одним подлым чиновником. Власть, которой он был наделен, внушала страх и восхищение. Даже в ситуациях, когда жизни этого загадочного аппаратчика грозила прямая опасность, он сохранял потрясающее хладнокровие. И, поправив галстук, исчезал в невесть откуда появившиеся двери. Всеведущий и вечно что-то недоговаривающий G-Man из Half-Life сегодня обосновывается на 5-й строчке нашего рейтинга. Восточная Европа образца 90-х годов была неспокойным местом. Неудивительно, что немало мужчин в этих краях занималось всякого рода незаконной деятельностью. После окончания службы в армии Нико Белику пришлось присоединиться к плохим парням, чтобы хоть как-то существовать. Когда по приглашению своего непутевого братца он переехал в американский Либерти-Сити, Нико мечтал только о том, как забыть свое преступное прошлое. Но прошлое не хотело его оставлять. И вот уже обстоятельства заставили парня славянских кровей вести на американской земле ту жизнь, от которой он пытался убежать. Впрочем, парню удалось сохранить самое главное – душу. А его благородство и понятие о чести и совести, а также приверженность семейным ценностям ставили его выше коллег по криминальному бизнесу. Нико Белик из GTA 4. Четвертый в списке самых очаровательных злодеев виртуального мира. Тех, кто оказался в тройке самых злонамеренных из красавцев и самых красавцев из злонамеренных, вы увидите после рекламы. Впереди страшно интересный пьедестал почета. Не переключайтесь.
виртуальном мире человеку предоставлен полный арсенал средств воплощения всех его пакостных фантазий. И вот уже самые отвратительные вещи компьютерного мира не кажутся такими уж противными. Прямо сейчас знакомьтесь с ничуть не святой троицей очаровательных злодеев виртуального пространства. Тот, кто бывал в лабораториях Aperture Science, знает, как это тяжело быть в роли подопытного животного. Давящая атмосфера тестовых камер, ощущение слежки за собой и постоянный женский голос. Three, two, one. Казалось, эта бесплотная речь исходила прямо из стен. At the enrichment center, we believe... На первый взгляд не было ничего пугающего. Мелодичный тембр всего лишь сообщал условия задания. Но невыполнение этих заданий означало верную смерть. Этот голос принадлежал главному компьютеру компании. Кибернетический мозг, однажды дав сбой, уничтожил всех сотрудников. А теперь забавлялся с последним оставшимся человеческим существом, дав ему призрачную надежду на выживание. This next task is impossible. Компьютер явно обладал женским характером. Переменчивость его настроений бросалась в глаза и порой даже забавляла. При этом голос непрерывно отпускал электронные шуточки и обещал в награду за хорошую работу некий торт. Now you're thinking with portals. Чтобы выбраться из этих смертельных казематов, необходимо было встретиться один на один с сумасшедшим суперкомпьютером. В взбалмошной машине с женской логикой из Portal сегодня мы присуждаем третье место. В период между Первой и Второй мировыми войнами жила одна девушка, очень красивая и очень странная. Рыжеволосую бестию звали Рейн, но с некоторых пор к ее имени прочно прикрепилось определение «кровавая». Она родилась от противоестественного союза вампира и женщины. Вампир-полукровка Рейн взяла от вурдалаков нечеловеческую силу и ловкость, не унаследовав их слабостей. Рейн посвятила свою жизнь борьбе с вампирами. Вооружившись двумя огромными тесаками, она отправилась за головой отца, обесчестившего мать. По пути она кромсала на куски всю нечисть, которую встречала. Кровь хлестала фонтанами, отрубленные конечности летели во все стороны. Чтобы поддержать в себе жизнь, Рейн была вынуждена пить кровь людей. Сегодня очаровательная и опасная полувампирша из Blood Rain пробилась на второе почетное место нашего хит-парада. Кто же на вершине пьедестала? Кто же, несмотря на свою гадкую сущность, завоевал самую сильную любовь масс? Мы это скоро узнаем. Но перед этим вновь окинем взором тех, кто претендовал на это первенство, но не оказался столь уж харизматичным в своих антиподвигах. Открывают наш список безумствующие кролики из Rayman Raven Rabbids. Девятое место отвоевал Мегатрон, предводитель роботов, десептиконов и трансформеров. На восьмом месте оказался сам древнегреческий бог войны Кратос из God of War.
На седьмой позиции, под толщей океана, живет могущественный промышленник Эндрю Райан из Биошок. Человек, жестоко подчинивший себе целый город во имя добра. На шестую жердочку вспорхнул Джек Воробей, самый эксцентричный и человечный из пиратов Карибского моря. Пятое место числится за самым загадочным бюрократом Джим-Мэном из Half-Life. Четвертым блистательным злодеем стал Нико Беллик из GTA 4. Третью ступень пьедестала занимает сбрендившая машина управления исследовательской компании из Portal. Почетная серебряная медаль присуждается неординарной девушке, сексуальнейшему воплощению женщины-вамп из Blood Rain. А теперь приготовьтесь встречать триумфатора сегодняшнего конкурса. Название самого очаровательного злодея виртуального мира. Кей. Идеолог и предводитель братства Нот. Харизматичный психопат, ставший живой иконой для многочисленных сторонников братства. Его имя неспроста созвучно с именем библейского персонажа Каин. Каин, совершивший первое в истории человечества убийство, стал символом зла. Также и Кейн считался олицетворением преступной борьбы с законным правительством Глобального совета безопасности ООН. Но для миллионов последователей он был мессией, посвятившим свою жизнь войне с тоталитарным строем, навязанным ГСБ. Поэтому неудивительно, что «Братство Нот» снискало бешеную популярность. Для многих людей этот парень стал настоящим святым, а его лозунг «Мир через силу» — главным откровением. Завораживающая сила духа и феноменальная уверенность в себе и своих взглядах делают Кейна из серии Command & Conquer самым обаятельным злодеем виртуального мира. Только что своими глазами увидели 10 самых обаятельных фигур темной стороны виртуального измерения. Берегите свои нервы, и тогда в следующих выпусках программы «Страшно интересно» вы увидите, как закручиваются самые запутанные хитросплетения виртуальных сюжетов. Посмотрите на то, какую силу представляет самое мощное компьютерное оружие. И многое, многое другое. Вам будет страшно и интересно.